Эвелин Уту из Нигерии, 34 года. И вы видите мужчину, который несет на руках женщину, и они ищут решение Господа. Сегодня в церкви для всех наций сила Божья, она доступна в любой неблагоприятной ситуации, и вы видите это. Today in the synagogue of our nation, the power of God is available and is going to put an end to this invalidity situation. И Господь действует в любой ситуации. Вы верите, что Господь исцелит? Да. Как вас зовут? Томас Уту. Сколько вам лет? Мне 36 лет. Кто эта женщина рядом с вами? Она моя жена, ее зовут Эвелин Уту. Сколько ей лет? Ей 34 года. И какая у нее болезнь? Это синдром Паркинсона. Когда все это началось, я отвез ее в больницу, но ей там не смогли, к сожалению, помочь. Я все время нахожусь с ней, и болезнь очень тяжелая. И постоянно она находится в таком состоянии. И вы видите, как эта женщина, она лежит на скамье с плакатом, на котором написана ее болезнь. И к ней подходит проповедник Тиби Джошуа для того, чтобы освободить эту женщину. Он берет плакат и дотрагивается до ее головы. И проповедник кладет свою ногу на ее ногу, и внезапно эта женщина, она садится. Господь преобразовал и исцелил ее ноги, и она начинает ходить. Она говорит, я хожу великолепно. Она начинает идти. Идет. И болезнь ушла. Слава Господу. Слава. Чудесно. Бог в очередной раз совершил необычайное чудо. И посмотрите на эту женщину. Теперь она может идти спокойно, нормально, без посторонней помощи. И она бежит и бежит. И она танцует. Спасибо, Господь, спасибо, Папа. После прекрасного свидетельства она пошла в ресторан.